Не, ну тут четко так все же. Всем Снег привет, выйдет. друзья, с вами снова Лелокс и Док. И мы наконец-то летаем уже на птерах. Смотрим, что к чему здесь. Если вдруг наша база пропадет вон там в развалинах, то мы будем строиться в другом месте. Не, вот здесь четко, смотри, тут можно даже балкон сделать и вон такой. Не, ну согласен, согласен. Взлетно-посадочную полосу здесь сделать. Деревья есть, все есть тут. Вот это ущелье его. И вон, кстати, шипастые. Шипастики. Ущелье, там вода под ним, под этими. Надо томить. 140. Шипастиков? Да, один 140-й, кстати, самец. Надо томить. Ну, надо, конечно. Надо сейчас томить. Надо эти сделать. А чем они томятся-то? Мясо? Просто. Надо барашка будет зарезать, но он быстро будет томиться. Угу. И да иди кросс. Все, надо, короче, сейчас полетаем. И это. Ну хер отсюда сделать. Не уведешь. Надо всех остальных тогда убивать здесь. Убьем. Я шипы сделаю, и все. Ну смотри, здесь прям своя атмосфера. Не, ну просто смотри. Они мощные. Я думаю, сможем увезти. Кто нам? Там кроме рапторов никто не ходит, а они его сразу сожрут. Ох, блять, где их сиська-то? Вылетает такой жмон пробел такое. О! Синий орел, смотри. Такой. Да, да. 20-й. Ну и шипастый тоже прикольный. Красная брюха. Ладно, погнали. Ой, гиену тоже хочу, кстати. Вот они, по-моему, да? А ты куда полетел? Выше. Да, здесь гиены ходят. Так, а ты-то где? А, ты внизу там еще. Да. А Птер возьмет гиену? Не знаю, попробую. Походу нет. Ее гладить надо, да? Чего я? Ну, как она томится? Да, в масс-халате, короче. Подходишь, мясцом кормишь. Пассивная, короче, там. Понятно. К тебе бежит волк. Да, я бежу. Вот отсюда, да. Только с аргентом мы сможем кого-то вывести. А вот да, там... Да, аргент нужен. Кстати, аргента здесь тоже можно будет найти. Ну, вон того синего, например. Я, правда, не знаю, какой левел у меня, не подзорки. 20-й маленький. Ну, да. Так. Если он там есть, значит здесь побольше есть. Вон, мне кажется, вот аргенты вот там есть. Тут уже скоро будет ущелье Виверн. Вон, ну, не то основное, не то основное, где славы, а другое. Ну да, я понял. О, смотри, да иди просто какой синий тоже. Угу. А левел? 60-й.
Ты где? А, блин, все. Надо птеров кормил, потом. О, вижу. Здесь вода еще. Не видно какого. Далеко. Так, ну, я думаю, можно уже, в принципе, тунелку ставить и хотя бы хоть маленького агента туда привести. Ну, чтобы можно было кого-то перетащить. Да-да-да, согласен. Нам тут сейчас аргент хотя бы нужен, да, действительно, для того, чтобы просто подтаскивать поближе. Домой живку. Для томления. А здесь эти должны водиться. Грифоны, короче. Грифон. Да. От него мы тоже не улетим. Они же посадник убьют. Так, а тогда сейчас это будет сделать. Шипы наготовить. Угу. И попробовать затомить. О, вот агентавист. Какой? Какой? Самка. А, вон тот беленький с красными крыльями. 20-й. Ну, с 130-го мы сможем. Надо попробовать, да. Так, ну чё, кого сначала? Аргентависта? Для него томилку построить? Либо шипастого, да, для да. Гигроса? Попробовать затомить. Не, надо аргента. Седло ты только через два уровня смогу сделать. Два уровня? Да, я сейчас 60-й, а он 62-й. Да нормально, как раз сейчас качнешься. О, тут же и тиранцы. Тоже 130-й. Четко, четко. Ледяная вилла, походу, летает. Или мне кажется. Где? Что? Надо мной. Это да, вилла. Ледяная, кстати. Знаешь, что это значит? Вот я и говорю. Что, ну, там, там же яйцо где-то лежит. Да. А, блин, стальные. Молока-то нет все равно. Ну, оно может просто лежать. Что лежать? Оно будет лежать, а потом его... А, ну, полежит, пока мы молоко не добудем, ну да. Ну да. Блин, какая она непонятная. Не, давай пока этот... Какого она левела, кстати? Вот я про это... На кого-то там 155. Нормально. И у меня все зависло. А, блин, блин, камеру надо убрать. Ты пока еще живой. Блин, тут же у него где-то гнездо, 100% есть гнездо. Мне вот прям хочется спилить ее яйцо. Давай аргента приручим, а потом яйцами займемся. Давай, давай. Так, ну что тогда, время сейчас встретить не будем. Давай на базу тогда. Давай.
Друзья, мы тут такое пропустили. Я ходил в магазин, а док решил... Ну, вот мы такую томилочку построили для всех существ. Там и сверху можно закидывать, и через ворота заводить. Вот, он, собственно, таким образом пригнал сюда Аргента. Вот он дрыхнет. Храпит буквально, смотрите, какой. Красавчик, он, у него язык торчит. Вот, пригнал его вон с тех гор сюда, пропустил через ворота, закрыл, вышел, и все, собственно. И Аргент внутри. Потом его расстреливаешь стрелами, транквилизаторами. Вот, и все, он вырубается, дальше приручаешь. Такая штука. А еще смотрите, какую я броньку себе забацал. И доку тоже. Пустынную. От жары вроде помогает, ничего так. Ну, посмотрим дальше, как пойдет. А вот такая вот разведка у нас боем получилась. 140-й, ничего себе, вообще круто. 140-й левел. Жалко, мы пропустили сам момент, потому что я бы хотел вам показать, конечно, как все это происходит, кому интересно. А кто уже давно не играл, я предлагаю присоединяться, потому что игрушка все равно незабываемая. Ей 4 года. Разработчики настолько постарались уже туда. Здесь более сотни различных существ, не считая того, что они каждый двух, ну, разнополые. Вот. Каждое существо что-то несет свое. Какие-то умения у него есть. Плюшки разные и так далее. Поэтому присоединяйтесь обязательно. Арк рулит, арк продолжает жить. Атлас от тех же разработчиков и то забросили игроки. Потому что там ни хрена не происходит. Так, что нам сейчас самсачи принести будет? Повыше. Ты меня слышишь? Я-то тебя, да, ты. О, да, даже я себя слышу. Хорошо. Не, ну, ты слышал, да, я ребятам тут рассказывал про то, как ты это все... Я вот сейчас только заметил, как они лежат. Действительно, глаза закрыты, но язык вывалился. Реально дрыхнет. Сейчас еще раз пусть встанет. Окей. Ты левел-то поднял? Нет, не надо, еще один. Еще один. Еще один, мы будем на аргентах кататься. Надо вон того, че убить, и тогда поднимусь. Ну да, да, согласен. Сейчас я в процессе просто, я тут решил перекусить, пока из магазина пришел. Вот, а тут смотрю, ты уже вырубил. Думаю, надо показать ребятам, кто не видел. Симпатичный. Дымчатый. Я тебе тут пушкана притянул. Где? Там. Возле базы? Не-не, в базе. Как поднимаю, как открываешь. Ты нашел эту, да, броньку-то? Да, он штаны ее выкинуть. Или еще что-то там было. А, там кожа закончилась, да, точно. Ты добил, я понял. Жемчуга у нас нет пока что на маске. Да, надо лететь. Так, ну, в общем, там кто-то сидит. Надо печнуться, надо еще убить. Красавчик. Да-да. Сейчас небольшой буквально перерывчик. Двухминутный. И пойдем. Так, друзья, продолжим. Док отошел. Я решил, что нужно еще одного орла притомить. Нас же двое. Аргента. Поэтому мы сейчас найдем другого и попробуем это сделать. Я, честно признаюсь, очень давно этим не занимался. Несколько лет.
Точно. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Итак, ищем максимально высокого левела и ведем в ловушку. Мелковат для нас, конечно. Так, пока ищу. Поставлю на паузу, потому что это может быть очень долго ночью. Итак, ребята. Я нашел 130-го самца, походу. Да. Долго искал, если честно. Ох ты, ёшкин, это кто? Орел или грифон? Орел. Ну ладно, он нам не интересен. Нам интересен вот этот вот. Этот парень 130-й, это уже нормально. Давай. Сейчас его нужно сагрить. И потихонечку, не торопясь, привести в нашу ловушку. Хотел бы он еще. Ты прям вовремя как. А что, уже ты Миша? Нет, я тут ребятам показываю, как я его только веду сюда. Но он же не хочет идти за мной. Не хочет, надо рядом с ним. Да, я знаю. Ох ты, ни хрена себе, откинул его. Ай, фризит еще. А че, какой у тебя? 130-й. Ну, я тут больше не нашел. Не, ну маленький, конечно, маленький. 130-й? Да. Нормально. Хотелось бы от 140. Таких пока нет. Появится, обязательно притомим. Ну да, пока и эти средства. Стаминки бы еще хватило бы. Было бы вообще супер. Ну, 130-й быстро поднимешь, в принципе. Его главное сырой бараниной. А транквилизаторов, ну, 15 может идет. Эй, парень, парень, стой. Так, ладно, я сейчас передохну.
И там, когда стрелять будешь, не так часто стрелять. Окей, ждать. Может вырубиться, да? Да, у него там это... Здоровье не такое высокое. Ну, брони, в принципе, не есть. Угу. Мы только вот к реке подлетаем. Ты же через ворота пролетал, да? Да. Ну... Там подлетать будешь, я его отвлеку на себя, когда загонишь. И сможешь выйти. Угу. А, ты решил так? Ну, можно и так. В смысле так? Ну, я по-другому делаю. А, загонял ты Мишу, да? Да. Я через одни и через ниже вылетел. Он там запутался, и я там это. Он сейчас согрелся, но что-то не на меня. А, вот, нормально. Скажешь, когда подлетать будет. Угу. Вот мы почти над островом. Ага. Самбака отогрелся. Я здесь, чувак. Куда ты? Не спускайся ты туда, там. Я, кстати, его привел вот оттуда вот, от позади. Там он вот. А, ну вот. Да ты просто приготовься ворота закрыть. Да. Залетай тогда через те. Через верх, что? Нет, нет, через те, которые, через которые сейчас пролетел. Ну а вылечу я. А, ну ладно. Ты-то вылетишь, он останется. Эй, парень, парень, ты куда? Я здесь. Стукни его, стукни. Он что, ты... Давай за мной. Хм. Заходим на посадку. Давай, нет. Сейчас, погоди. Вылетай. Да что ж такое-то?
Заходи. Да закройте все, а? Все отлично. Какой-то жесткий, слишком умный. С ним вообще все просто было. Слишком умный, да. Так. Передышечки. Что-то... Все, он улетает, прибиваем. Улетает. Ну, в смысле, уже много. Какой дикий, давай, смотри. Что ж такое-то? Выпадает? Не знаю, ну не отображается, по крайней мере. Куда мне? В жопе. Вот, в жопе стоит. Вроде торчит. Давай, парень. Ты прикинь. Все никак не хочет. Ага. Я вот сейчас сдохну. Да не должен. Сейчас уже покраснел. Надо это, лечите на стекло сделать. Да, подсматривать. За здоровьем пациента. Так, давай через 5 секунд. 5, 4, 3, 2, давай. О! Вот так вот, ребята, происходит. Охота на орлов. Так, что там, баранину? Да, барашку, да. Не, ну так-то, конечно, это птик был, конечно. Чего-чего? Кашу бы, конечно, лучше. Ну и хп у него нормально, там треть только сняли. Казалось бы, что. Ну да. Успеет он приручиться здесь как? Не надо его наркотиком, да, подкармливать? Мне кажется, ему хватит. Можно даже сейчас идти за этим. Завтра. У тебя птерка вверху лапами. Че ты сказал, за кем идти еще? Ну, за альпачом убьем, не убьем. А, альпача завалить. Ну да, надо. А чё же... Давай дальше. Пешком туда. Так, я сейчас... Сейчас я посмотрю как раз, сколько ему за одну кормёжку поднимается. Сейчас вот тут 50 будет. Он должен сожрать кусок. 7,5%. 7, да, с половиной. Ладно, окей.
Нормально. Баранина не успеет испортиться. Главное, чтобы мне не просто. Да, чтобы он не проснулся. Ну, даже если он проснется, ничего страшного, он оттуда никуда не денется. Ну, это да. Так что, пойдем займемся общественно полезным делом. Будем наказывать. Так, ты чё, на чём? Я пешком туда убежал. Ты тоже пешком. На плот, что? Ну. На плот пешком. Кстати, сюда раптор упал. Прям на базу к нам. Хорошо, хорошо я здесь был. И кто его завалил? Ну, я птером поставил сразу быстренько на нейтрал. И они его все дружно замочили. Ну вот. Сейчас. Блять, ебаные муравьи. Сейчас качнемся. И как раз короли механически можно будет сделать. Да-да. От подобных инцидентов. Жабу можно будет это не сейчас помочь. Так. А что там жаба-то нам дает? Хитин, кератин? Она дает пасту. А как она ее дает? Ну, она ест мух. Интересно. Так, ну я на месте, в принципе. Жду сейчас тебя. Я собираю. У тебя много стрел? Соточка. А, ну отлично. У нас есть, вот я не знаю, как помнишь это? А, не с тобой. Точно не с тобой. Так, ну что ж, остался его только найти. Где-то здесь лазил. Вон он, вон он. В правильном направлении движемся. Три парацера на одного этого крокодила, смотри. Так, секунду. А, не, не на одного, на двух. Сука. А добьют они его? Так, одного вроде грохнули. Еще одного. Второго грохнули. Четко. Так, где? Смотри, сколько парацер здесь на островке. Ага. А, альфа еще с той стороны. Ну, в смысле, я надо не буду. Вон, подними там, да? Так, все, он бежал, да? Вон он. А, вот он, здесь он уже. Блин, не топки-то нет. Вот он, слева от тебя. Бля. Плохо без винтовки и пистолета. Сейчас блин, подойдет. О, все, давай, иди. А, блин, он у нас. Ладно, стой. Ой, ёптя, о, нет, блин. Расстрелять. Давай, попадай как хочешь. Хотя, может, нашим проще будет. Не, нифига нашим не проще. Пиздаем. Бля, может по ним стрелять? Они сейчас порвут его. Так, ну... Надеюсь, нет.
Потому что в их стадии сейчас не будет минус. Одного заколбасили. Да, такая кутерьма, ребята, здесь. Парацеры всей толпой напали на альфа. И пока что непонятно, кто кого. Завали слева парацеру. Так, минус один парацера. А какой левел там нужен? Слева, слева, парацера. Вали его. В голову бей. Тормозни. Сейчас, сейчас, погоди, я развернусь. Неужели забили? А еще бы что-то такое мощное везло. Он, видишь, забаговался походу там в туловище и ни хера не делает. Не попадает почти. Нет, он ест. Не повесит. О, сейчас серенький сдохнет. Хорошо, он, значит, попадает. Давай. Наш альфа, блядь. Отлично. Еще три парацера. Погоди, не трать стрелы, сейчас он. Его надо дамажит, наверное. Слушай, я смогу свои вещи сейчас вытащить, ну как бы. А я не вижу, где они. Ты видишь. Там, ты только скинь, скинь сейчас арбалет, скинь. Не все.
Блин, прям быстро. И за что? Ай. Задели. Подмерить еще не могу. Освободилось. Это не то. Не потом уходит. Че он там, красный уже раптор, да? Я его вообще не вижу. Я вот отсюда хвост вижу, но непонятно. Ну вот парацера ему краснее. О, минус один парацера и ты. Понятно. Вообще никто не был. Он только труп один доел. Вот сейчас, может быть, ты, кстати, достанешь. Вот зависло все. Вот, висло. Он немножко, видишь, сместился. Думаю, сейчас еще. Может быть, ты его переагришь, как бы они за ним пойдут. А потом достанешь вещь. Видишь, он их даже не кусает, он просто мясо ест. Да, да. Если попадает, то попадает. Он чисто лапами попадает. Я взял. Он ест и хилится. Ну это хорошо, когда он ест и хилится. О, так, это то, что нам нужно. Хорошо, но... Надо, наверное, помочь. У тебя сколько стрел еще осталось? О, съел труп. Еще один. Ну, писец им тогда. Тогда будет готов сейчас поедем. Еще один труп остался. Не добитка надо быть. Я что-то немножко испугался, что он сейчас нас разобьет. Не. О, третий труп пропал. Отлично. Что теперь будет делать раптор? Гасить. Нет, не гасит. Надо отсваливать. Нет, не гасит. Он что-то там твой труп, по-моему, ест. Ага. Это да, надолго. А слишком большая скорость, он попасть не сможет. Все, и гасит. Он красный, что ли? Парацер на нас идет, походу. Да, если не переагрится. Сейчас, погоди. На нас. Он сейчас переагрится. Добивать его надо.
Да, как это долго охота получается. Упс. А, не, извиняюсь, я забыл. Да он сдохнет сегодня, да? Все, больше не стреляю. Попробуй в него попасть. Может, он переагрится. Нет. Какого они? Посмотри. Сто тридцать пятый и 45-й. 45-й бежевый. Интересно. Аргентавис там живой еще? Мне кажется, да. Что ж, господа, вот наш аргент приручился сам, пока мы там охотились на раптора. Так, а мы идем продолжать. Так, здесь я не спущусь. Да в воду прыгай, я тебя сберу. Да не. Там далеко до воды просто. Слишком. Что там по еде? Немножко водички надо бахнуть. Прям морские приключения какие-то. А, так, нет, здесь Барионикс, я туда не пойду, а пойдем. Ну, давайте. Че у них там захерачил, нет? Стоят они, по крайней мере, в одном месте. Может быть, они его захерачили? Да. Блин, походу. Нет, он горит. А, ну все, тогда. А, сейчас они заболели. Он... Они забуговали, что ли? Они не бьют его. Просто стоят все, устали, наверное. Видишь? Мне кажется, они мёртвые. Нет, просто нас там нет, и нет, не двигается. Мне кажется, так. Думаешь? Вот я думаю, что они просто устали все и все. И отагрились друг от дружки, смотри. Ага, тогда все, сейчас мы его сами возьмем. Давай, только он должен твое тело сожрать сначала. Иначе он так и будет. Так, я встану к нему. Рай.
Ну вот так сейчас, погоди. Сейчас развернемся. Вот, все. Присоединиться, что к тебе? Давай. Да что-то. Не, что-то. Откап. Сейчас будет. Вот, все. Да. Краснеет, по. Я тоже так. Что-то все делает. Мы синхронно практически стреляем. Стреляли. Почти нет. Пока в местный его убьем. Ну да. Давай, чутка осталось. Ой. Вот и все. Я убил его. Мне всего два дали. Нормально. То, что нам нужно было. Ну вот такая вот, друзья, ребята, охота получилась. Прям жесть какая-то длительная очень. А вот. Подожди, стой. Чего там? А, забрался там. Сейчас, погоди. Сразу расскажи, что там есть. Нифига там нет. Серьезно? Три стрелы камень, и все. Че, куда идем? За хитином. Ну, на базу, короче, идем. Понятно. На старое место парковки пойдем. Короче, друзья, вот такая охота получилась. Всем спасибо, что смотрели. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до новых встреч. Пока.